Около 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома в китайской провинции Гуйчжоу из-за ливней. Сильные дожди продолжаются в регионе с середины недели. От разгула стихии пострадали 29 тысяч человек. Пятеро местных жителей числятся пропавшими без вести. Ущерб от дождей оценивается почти в 5 миллионов долларов. А власти КНР направили пострадавшим палатки, одеяло и другие необходимые вещи.